А совсем недавно мы образовали в Театре русской песни еще один коллектив. Молодой, студенческий, дерзкий, красивый, звонкий. Они потрясающие. И теперь они находятся в Государственном театре русской песни, выполняют свои задачи, готовят свои программы, участвуют в фестивалях, участвуют в спектаклях. И с осени на этой малой сцене, на стационарной сцене, будут идти системно детские сказки от 3 до 7, от 7 до 12. Два направления детей. И, соответственно, работают детские студии, и, соответственно, у нас есть удивительные творческие коллективы, которые все востребованы. Поэтому, мои дорогие, вы сегодня присутствуете при историческом событии рождения нового коллектива в Театре «Русская песня», которых непременно ждет успех, удача. Я очень на это надеюсь, искренне им всем этого желаю, потому что они делают благое дело и для молодежи, и для старшего поколения. Более того. Спасибо.